Наконец-то передача пришла. Наконец-то. Не скучай. Здравствуйте. Сегодня передача у нас про чай. Нашла чай. Нам надо первое. Приготовить кружку горькую. Второе. Посыпать туда ванилинного сахара. Третье. Надо размешать его тщательно и залить водой все. Мы сейчас будем посчитаем, сколько метров. Ну вы посчитайте сколько. От кого посчитаете? Ага, колесико. Ну посчитай, пап, посчитай. Что? Посчитай, до какой цифры ты хочешь делать? 8. У нас уже тепло. 10 уже начинает горячо, а 25 вообще кипяток. Ну, наша передача окончена. Увидимся через неделю.